У нас Эдуард Михайлович. Соседов, коллег Михаил Викторович. Лех Викторович. Ну как ваша протекает жизнь в провинции? Хуём! Значит, открываем портвейн «Три семерки» белорусский. Где мы взяли хороший самолет? Вон самолет там. Так ты же нормально. Короткие везде. Ну ты посмотри, лазик длиннейший. А тут куда делся? Да вроде сюда в чашку кинул. А он какой-то из них, хоть ты гвоздь забивай. Нашел саморез? Короткий. Надо закручивать до самой шляпки. Потом... Ладно, ты снимай, я потом лишнее обрежу. Ты потом просто бутылку наклони. Ну, типа переверни до горлышком вниз. Чтобы так, ну, пробка намокла, легче забыть власть. Ну, это старинный лайфхак. Еще, наверное, от итальянских виноделов. Когда еще штопоров не было. А саморезы были. Давай, Алексеевич, попадешь и ты, наверное, в кадр. Раздербанил только на крепко. Россия узнает, да, героев. Достал? Вот самый лучший лайфхак. Как проходят ваши будни? Сейчас будут лучше. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я нахожусь в Республике Беларусь в баре Алексеевича. Бар у нас подпольный, так как вы знаете, предприниматели здесь все давят, мы тут пьем из-под тишка. Но самое главное, что я хочу сегодня обсудить, это портвейн «Три семерки». Белорусский портвейн «Три семерки» кардинально отличается от того, с чем он ассоциируется в России. Это виноградный портвейн, крепость его 18 градусов, как и положено. Делает его амбассадор. Не самая лучшая винодельня, сразу скажу. Но вот конкретно это вино они делают очень неплохо. И всем, кто побывает в Республике Беларусь, я рекомендую его попробовать. То есть он мягчит, расширяет сосуды, повышает тонус организма и очень укрепляет ягодицы. Вот, Алексеевич, давай попробуем. Это неудобно брать. Ну, бери, ты ж можешь так видеть. Угу. Давай. Давай. Ваше здоровье. Портвейн чудесный. Нисколько он не уступает массандровским. Может быть, чуть-чуть уступает португальским, испанским портвейнам. Но массандровским портвейнам он не уступает. Цена вполне доступна. Это... 8,50 белорусских, но это порядка, сколько же это будет, господи. Ну, дели сколько, 100 рублей российских, сколько там было? 100 рублей, это, ну, это где-то 300 рублей, меньше 300 рублей. Мы с Мухтаром на границе. Даже меньше 300, меньше 300 рублей. Меньше 300 рублей. А массандра стоит где-то в диапазоне 500-600. Поэтому приезжайте в Беларусь и пейте портвейн «Три семерки». Не пейте портвейн в России. В России это подъебка. А вот в Беларуси его стоит попробовать. Все? О. О, дай полулысого сниму нахуй. Я вообще в теме. Я с Дмитрием Алексеевичем вижусь очень редко. Димон. Максимум раз в полгода, а то и раз в год. Но метко. Это вообще так метко. Так метко. Так метко, что вообще край. Ну не сильно край, не.
Не обманываем уже. Нормально. Ну, мы сейчас край устроим. Сейчас будет край. Сейчас Двина подымется с берегов.